Всем приветики! Меня зовут Елена Крыгина, и я топ-визажист и бьюти-блогер. А меня зовут Полина Шабельникова, и я старший стилист гламур. И сегодня на примере одной вещи наших любимых позиций в Uniqlo мы расскажем вам, как собрать абсолютно разные образы. Мы подготовили для вас по 3 аутфита. А еще, надеюсь, Лен, ты посоветуешь нам, какой макияж лучше всего подойдет под наши образы. Это, конечно, это я всегда могу. Отлично, тогда предлагаю начать вот с этой чебурашки. Мне хочется взять сюда светлый вот такой джемпер. Мне кажется, он будет круто смотреться. И, кстати, вот прям рядом висят очень вполне подходящие джинсы. Очень уютно. А я, на самом деле, люблю сочетать такие супер уютные вещи, например, с узкой юбкой. И, кстати, спокойно, наверное, днем пойду так на работу. Часто хожу в юбках на съемки. Я бы предложила сделать поярче губы на вечер, если ты в юбке, в такой достаточно строгой, и добавить вот образу немножко такой дерзости. А себе наоборот. Себе я, наверное, добавила бы больше сияния, может быть, щечки чуть-чуть поярче сделала, и блеск для губ, ну, чтобы была какая-то легкость. Так, ну что, пойдем примерять? Да. Посмотрим, что из этого получится. Ну, что скажешь? Я очень люблю такие широкие джинсы, мне кажется, это один из главных трендов этой осени. А ты, я смотрю, прям со съемки на вечеринку. Слушай, да, и, кстати, очень круто подходит этот цвет помады. Я редко такой ношу, обычно ношу более теплый. Я еще добавила бы бежевую сумку, так что помада будет единственным акцентом. А во втором образе я беру за основу вот такой вот фиалковый, не знаю, как этот цвет назвать, но он очень красивый, свитер. Ну, я тебя удивлю, я сделаю то же самое. Я пойду по контрасту и возьму для него вот такую бордовую юбку. И вот даже, наверное, надену его поверх. И высокие сапоги, мне кажется, будет круто. Я с джемпером выберу спортивный образ вот с такими брюками. Кстати, они тоже теплые, с утепленной флисовой подкладкой. Чтобы не мерзнуть осенью. Очень классное сочетание цветов. И как думаешь, какой лучше всего сюда подойдет мейк? Ну, яркие губы точно уже отменяются. Я думаю, что мы сделаем какой-то такой морозный румянец и эффект нежно-розовых зацелованных губ. Романтичных. А себе я бы, не знаю, я бы добавила, наверное, вот такого цвета вторую стрелку. Пойдем мерить? Идем. Ну, мы выглядим абсолютно по-разному, хотя на нас одинаковый свитер. Джемпер 100% кашемировый, а зимой я добавлю вот такой ультралегкий пуховик. Кстати, очень чувствуется, что это кашемир, потому что он не колется и очень мягкий. Ну что, какой у нас следующий образ? Будет рубашка, футболка, но я хочу вот что-то больше в тон. Вот я думаю, вот так. И джинсы. Джинсы у меня будут серые. Потому что, мне кажется, будет крутое сочетание. Очень красиво по цвету. Я, на самом деле, честно скажу, рубашки практически не ношу. Но к этой решила подобрать, как сейчас модно, водолазку с горлом внутрь. И черные брюки в тон. Такой. Ой, очень классно. Удлиняющий рост образ. Ну что, идем мерить? Давай. Очень хочется посмотреть, что получится. Класс, мне очень нравится сочетание цветов у тебя. А мне очень нравится, что это казаки и классические брюки. Это очень круто. Так, ну что с мейком? А с мейком сюрприз. Ну-ка, закрой глаза. И я закрою. Я подумала, что это будет яркий акцент, и мой casual образ стал совсем даже и не casual. Ну, а я чуть-чуть расскажу про свой образ. Он максимально удлиняет силуэт. Брюки до щиколоток, которые сидят просто идеально, потому что тянутся практически во все стороны. И водолазка из мериносовой шерсти. И вот эти вот продольные линии, просто я практически на 2 метра выше.
Ну что, дорогие друзья, надеюсь, что вы вдохновились, что вам было интересно посмотреть, как мы с Полиной свои любимые вещи в Uniqlo по-разному собрали в свои аутфиты, в свои любимые приемы в одежде. Надеюсь, что вам будет что попробовать в своей гардеробной. И надеюсь, что вы будете за нами повторять, нам будет очень приятно. Смотрите, как легко базовые модели одежды сочетать в своем образе. Пробуйте и экспериментируйте. Ну что, мы молодцы? Вообще. Дай 5.